Всем добрый день! Сегодня видеообзор квартиры за 3 400 000 рублей. Это студия 26 квадратных метров, идеально подходит для сдачи в аренду. Итак, мы продолжаем наш плейлист, который называется «Ипотека до 3,5 миллионов». И сейчас мы посмотрим квартиру на улице Виноградной. Адрес Виноградная, 188. Очень удобный район, удобная локация. Посмотрите, здесь все рядом. Остановки, магазины, аптеки. Прям очень классное место. И до моря здесь, в принципе, тоже пешком где-то 10-15 минут. Для тех, кто в этом доме приобретает квартиру, может пользоваться, проходить через территорию санатория «Салют». Вот дом со стороны улицы Виноградной выглядит как 3 этажа, но он спускается каскадом вниз. И также здесь есть проход. Вниз можно спуститься сразу на микрорайон «Донская». Еще одну небольшую студию хочу вам показать. 26 квадратных метров здесь она с ремонтом, с мебелью. Вот, квартира в данный момент сдается в аренду. Вот так она выглядит. Большой здесь шкаф и кухня. Высокий потолок, поэтому, в принципе, смотрится она не маленькая, такая достаточно просторная. Светлая квартира с большим окном. И санузел давайте еще покажу. Санузел, раковина, душевая кабина, унитаз. То есть как раз это вот тот вариант, который мы рассматриваем для сдачи в аренду, для того, чтобы купить и сдавать в аренду квартиру. Если вам понравилась эта квартира и есть желание узнать о ней более подробно, напишите мне или позвоните прямо сейчас. Буду рада помочь вам купить эту замечательную квартиру. Ну а я, как всегда, рада была вас видеть на своем канале. Подписывайтесь, если вы еще этого до сих пор не сделали. И не забывайте делиться этим видео со своими друзьями. А я всех жду на своем канале. До следующего видео.